Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев. И, как говорится, как всегда в пути, перед просмотром видео, естественно, поставьте лайки, поставьте, как говорится, комментарий свой, кто считает это так, это не так, как говорится, когда нужна чистка, как говорится, когда не нужна чистка, да? А стоит ли чиститься, да, вообще? Вопрос был задан. Дело в том, что когда чистка сама сходит, есть такой период, многие маги, конечно, об этом не понимают и начинают, когда вы приходите на прием к кому-то, они начинают вам втюхивать, что вот на вас обязательно порча, обязательно проклятие какое-то, какая-нибудь там сглаз, отворот-приворот, как говорится, с 5-6 поколения, как говорится, 10-го. И поэтому, конечно же, неопытные, они начинают ковыряться именно вообще не в том месте. То есть задача, по сути, решить проблему, а не бабло тянуть, да, из человека. У магов обычно многих таких распиаренных задача именно больше бабла тянуть из человека, но не решая проблему. По сути, иногда проблемы и нет, и приворота нет. Сейчас объясню, почему иногда приворот, порча, не надо чистить его. Или, допустим, какое-то негативное воздействие. Это происходит в результате, потому что иногда любая порча, любой приворот, любая... как говорится, хоть там, допустим, магическое какое-то проклятие, имеет срок годности, понимаете? И маги, пользуясь тупостью народа, иногда используют это, понимаете? Они начинают человеку говорить, вот я вас почистила и подействовала, и человек чувствует себя легко и считает, ой, точно меня почистили, мне легче стало. Дело в том, что маг просто посмотрел, что, в принципе, порча-то уже исчерпала себя, и она уже умерла. И чистить не надо. Но так как магу иногда колдуну нужно заработать, они начинают, как говорится, ставить такой препон, что он типа, видимо, с чистки сделает, и потом человек скажет, ой, я почувствовал, правду. Это не эффект плацебо, это то, что по-настоящему все само сошло. Потому что у нас энергетика человеческая, она сама имеет свойство очищаться, да? Вот. И когда человек очистился самостоятельно, энергетически, ты не знаешь, что я не говорю, что нужно иногда реально очиститься, когда реально какие-то магические воздействия жесткие идут, да, или порчи, или привороты, или семья разрушается, это все понятно. Но, как говорится, тут нужно понимать и разделять, и подождать иногда, подумать, стоит ли это снимать. Понимаете? Может быть, маг просек эту фишку, что и знает этот секрет, который сейчас я делюсь с вами, и, конечно же, тупые магистры великие повторят это, но они не знают смысла этого и значения, то, что я говорю, я говорю общие фразы. Вот, естественно, не секреты тут раскрываю полностью. Поэтому нужно понимать, что каждый приворот, каждая порча, каждое негативное воздействие имеет срок годности. Когда он сходит самостоятельно иногда, понимаете, иногда чистить не надо. Поэтому иногда человек приходит и возмущается. Как так? Почему меня не чистят? На меня же такое порча, я чувствую хреново и болит, и врачи не могут определить. Может, какой-то аппендицит, которого нет. Вот. Ну, то есть боль именно в областях желез и так далее. И железы иногда на аппендицит, на кишечник могут действовать, понятно. Желчь там гуляет и так далее. И человек считает, что ну все, надо чиститься, наверное. Но нужно понимать, когда маг или какой-то колдун там сканирует, или как он там смотрит эту ситуацию, он должен понимать, что не всегда нужно чиститься. Не всегда. Иногда это просто лохотрон, когда вас чистят от того, чего у вас нету. Или чистят от того, что у вас уже ушло, само сошло с вас. В результате принятия ванн каких-то чистых, отваров принятия, возможно, да, каких-то травок, возможно, лунный цикл затормозился. Поэтому иногда маги и привороты делают, и подделы, и порчи подделы делают. Ты постоянно накапливаешь, чтобы это действовало. Плюс некоторые ритуалы, еще раз повторю, сами имеют срок годности, и сами сходят на нет потом, понимаете? Поэтому я считаю, что иногда чиститься не надо, не надо сходить с ума, в чистках этих вечных, потому что вы счищаете и денежный план, и счищаете много-много чего, то, что, как говорится, нам нужно. Допустим, здоровье там можно перечистить, да, при такой энергетике у всех она нечистая, все равно не будет идеально, и абсолют, как говорится, это смерть, да, частично. И поэтому нужно понимать, что иногда счищать что-то не нужно, что-то просто... чтобы оно осталось, денежный план, какие-то ваши успехи, как сексуальность ваша,
как к вам люди относятся и так далее. Надеюсь, я ответил на этот вопрос, потому что это в лохотронах очень часто используется, поэтому одной мадам теперь не удастся вас обмануть и многим мошенникам. Удачи, успех, с вами был Александр Чуев, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи!